Хорошо, нас еще чайки не засрали. Вот-вот подплываем, сейчас будет. Ого-го. Птичий остров уже нет. Одно название. Ну что, здесь мелко. Остров пропал. Раньше был достаточно большой, красивый, где могло поселиться очень много. И выводков птиц различных, да, птенцы здесь были. Сейчас, конечно, я подойду, посмотрю, что у них здесь. Все-таки 1 июня, день защиты детей. Чайки детей защищают очень хорошо, плотно, он уже орут. Вот, ну, здесь, видите, мель. Пошли смотреть. Как защищает, я уже вижу, сколько-то птенцов. Чаек уже бегает, уже подросли, уже серенькие. Сейчас подойдем поближе, попробуем поснимать. Утята уже уплывает, птенцы убегают, но надо же посмотреть. Надо. Не зря же мы плыли сюда. Ой, мертвые птицы. Вот, кстати, высиживают яйца. Трогать мы не будем. Вот такие вот. И еще одно. Ну, трогать я понимаю, что нельзя. А то ж потом не приблизиться. Еще. Ой. А вот что-то вылупился уже. Вот большой такой. Да. Смотри, вон яйца, видишь? Вот, смотри, какие. Давай. Ой, вообще только вылупились. Вообще мелкие только вылупились. Смотри, Дим. Они испугаются, они вернутся? Да, конечно, мы же не трогаем. Смотри, вообще только вылупились. О, еще мелкие. Охренеть. Я не видел даже таких. О. А эти не бегают раз, ничего себе.
Нифига себе, смотри, рыбу выплюнул, смотри, чтобы сбежать. Смотри, смотри, выплевывает рыбу. Ну да. Какие красавчики. Не бойтесь, не бойтесь. Я впервые увидел такие зеленые яйца. Он, не знаю, на камере, конечно, не будет видно, но он там уже птенцов собрали, и вот они плавают недалеко от острова, чтобы и чайки их защищают. Ну, приближаться не будем, поплыли обратно. Thank you.